Привет-привет! Рада поделиться с вами обзором новой детской коллекции бумаги и декора Sweet Bunny от фабрики Декору. Уверена, что вас тоже очаруют ее главные герои. Коллекция состоит из набора бумаги в двух размерах 30 на 30 и 20 на 20 сантиметров, набора высечек, чипборда, скрабфишек и наклеек. В наборе 10 листов плотностью 200 грамм на метр и элементы для вырезания на обратной стороне обложки, а также карточки. Цветовая гамма довольно нейтральная и может подойти для малышей любого пола. Главные герои – милые проворные крольчата с пушистыми хвостиками. Трогательные сюжеты с ними растворяются на светлых фонах в пастельных оттенках бежевого, персикового и сиреневого цвета. Лично я влюбилась в лист с домиками на дереве. Из него может получиться интересная скраб-страничка, либо форзац альбома. Карточки для удобства с одной стороны на русском, а с другой стороны на английском языке. Наборы чипбордов обыгрывают не только главных героев, но и растительную тему. Отмечу, что размер каждого объекта оптимально удобный, и небольшой, и не маленький, и отлично будет смотреться в композиции. В набор высечек входит 54 элемента. Это и крошки-кролики, и нежные цветочки, и таблички с надписями, которые красиво дополнят вашу работу. Спасибо за внимание. С вами была Катерина Супрун. Желаю вам море вдохновения и букет морковки.